все мой тут. Моешь еще? Попытки помыть унитаз, Дима, да? Твоя первая... Нет, не первая, он пытался до этого. Только аккуратненько. Молодец, сына. Ай, какой ты у меня умничка. Туда-то глубоко вот не надо. Давайте покажу. Вот в основном вот тут вот. Вот тут вот. Вот, вот они. Вот эти вот места, вот они. Вот они, видишь? Вот, вот. А, какой чистый унитаз стал. А, какой Дима молодец. Посмотрите. Молодец. Унитаз моет. Моет унитаз. Молодец. Молодец какой. Молодец. Улица какая. Мамина умничка. Димульчика, молодец. А там трубы тоже грязные, там трубы грязные. Внутри, да? Внутри. Да, внутри. Внутри, конечно, а там вообще эта черная труба очень грязная. Ее ни разу в жизни никто не мыл даже. Наверняка. Ну, это сломать трубу и помыть, и снова ее сделать, и все. Да? А люди-то будут смывать свои какашки, куда-нибудь лететь? К нам сюда? К нам. Угу. Сюда глаз будет лететь. Угу. Глаз. Угу. Он очень чистый. Кто? Унитаз очень чистый. Чистый, молодец. Дима старается. То, что тут у нас стоят вот эти вот доски, то у нас труба вон потекла. Пятый месяц, все ждем слесаря. Пятый месяц. Представляете, с самого Нового года. Уже шестой, полгода. Ждем слесаря. Хомут пришли, сделали, и все. А, приходил недавно мужчина, посмотрел, сфоткал, сказал, что будет с директором разговаривать. И тишина. Уже прошло, наверное, недели две-три. Тишина. Опять. Не знаю, какой-то прям кошмар. Новая управляющая компания у нас. Предыдущая была сразу. Прям шли, делали чуть что, прям все сразу. Но у них вот трубы закончились, что-то они там обанкротились. И все, а их нифига. А только ты не пачкай. Хорошо, я не буду. Конечно, сыночка же мыл. Ты только руки потом помой после унитаза, хорошо? Ну, не буду я мыть. Ну как так, он же грязный. Грязный? Конечно. Здесь мы писаем, мы какаем, это же унитаз.